Мы дико противоречивые существа, потому что у нас есть абсолютно парадоксальные мысли по одному и тому же вопросу. Вы одного и того же человека можете считать в какой-то момент замечательным, в какой-то момент ужасным. Дело в том, что мы в каждый конкретный момент осознаем только вот какую-то мысль. Вот только какую-то одну осознаем. А в другой момент вы будете осознавать другую мысль. И мы собственной противоречивости вообще просто не идентифицируем. Наша задача, она осознавать фундаментальные отношения. Потому что если фундаментальные отношения с каким-то человеком или ваша какая-то самореализация ну, для вас составляет как бы ценность, важность, вы оцениваете это как что-то значимое для своей жизни, то дальше вот дискурс по-научному, который вокруг этой вашей ценности разворачивается, он будет меньше содержать противоречий и меньше будет вас донимать. Потому что все эти мудёвые страдания, они исключительно вот на этой нашей внутренней противоречивости.